Добрый вечер, дамы и господа. Сейчас середина весны. Самая активная подготовка к лету, к спортивному лету. Я Никита Говор и бренд номер один по производству видео Party Vision посетили фитнес-клуб «Зебра», улица Академика Королева, 13, строение 1. Сегодня здесь день открытых дверей. И сейчас мы с вами посмотрим, как же люди готовятся к этому лету. Поехали! В общем-то, после того, как мы припарковали нашу машину, здесь же есть отличная стоянка, мы заходим в главный зал. Это парадная, здесь ресепшн. Прекрасные дамы, они всегда улыбаются, а они всегда рады вам. Что самое главное в фитнесе? Наверное, все-таки стремление улучшать себя. Как ты думаешь, почему люди выбирают именно эту «Зебру»? Потому что тут хороший персонал, приятно здесь находиться многим людям. Приходите к нам, у нас здесь весело, как вы видите, маскарады и все такое достаточно часто. Так, мы идем вперед, здесь у нас бар. Можно покушать, выпить протеиновый коктейльчик, купить себе водички, если вы не успели это сделать по дороге сюда. Вот, так как сегодня все-таки день открытых дверей, у нас прекрасный молодой человек поет, у него прекрасный голос. Здесь мы как раз можем присесть. После тренировки пообщаться, замечательно покушать. Тут очень вкусная еда, конечно же, она питательная, спортивная. Занимайтесь, кушайте, будьте здоровы. Зебра фитнес. Идем дальше. Прекрасная женщина, она преследует нас уже весь вечер, она с нами. Здесь у нас, кстати, сейфы. Очень классная вещь, если вы боитесь за свои какие-то ценные там, деньги, ключи от машины. Можете просить ключ на ресепшене и положить сюда. Дальше у нас идет прекрасный салон красоты. Если пройти сюда внутрь, здесь очень приятно и уютно. Здесь можно сделать замечательный массаж, можно сделать себе хорошую прическу, маникюр, педикюр. Потому что важно быть не только спортивным, но и красивым. Скажите, пожалуйста, что такого особенного вы можете предложить вашему клиенту? У нас все особенное. У нас очень большой спектр услуг. Это как спа-процедуры, так и массажи. Всегда можно обратиться на рецепцию. И всегда актуальны какие-то предложения, мы вам посоветуем. Хочешь быть спортивным, хочешь быть красивым, хочешь быть здоровым. Это все «Зебра». Можно выиграть велосипед. «Зебра» постоянно устраивает какие-нибудь конкурсы, какие-нибудь призы. Можно поучаствовать в марафоне и выиграть такой замечательный велосипед. Потом мы попадаем в скалу. Мы входим в скалу, реально в скалу. Когда мы сюда попадаем, здесь просто сумасшедший приятный запах. Вот когда я увидел это сено, я просто был удивлен, потому что его я вижу только у себя в деревне. Такой приятный запах, от которого я схожу с ума. Здесь у нас прекрасное место, как банька. Я вам скажу, что там хорошая температура, можно попариться. И все это входит в стоимость вашего абонемента. Вот здесь у нас душевые кабинки. После бассейна, перед бассейном раз. И в бассейн пошли плавать. А здесь в ночи включается просто очень приятная подсветка. Здесь открытая крыша и видно улицу. Если вы плаваете днем, когда солнце, вы попадаете на море. Конечно же, я уже говорил о групповых занятиях. Также существуют групповые занятия в бассейне. Это очень крутая штука. Опять же, к лету. Готовимся к лету, дорогие мои. В общем-то, дорогие мои родители, молодые мамы, молодые папы, если вы хотите заниматься, вам не с кем оставить вашего ребенка, в «Зебре» есть такая возможность. Поэтому приходите, берите детей, они довольны. Скажи, пожалуйста, как тебе нравится в «Зебре»? Да. Что тебе здесь больше всего нравится? Детская комната. А ты сюда часто ходишь? Да. А твои родители занимаются спортом в это время? Да. Стоит сюда ходить? Да. В детскую комнату? Да. И здесь часто? Да. Тебе нравится здесь? Да. Здесь очень весело и очень интересно. Вот так вот. Даже мне нашли занятия в детской комнате. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, даже если вы мама и папа, вы можете с своим ребенком поиграть вот здесь. А теперь сосиска. Сосиска! I've been holding my breath way too long.
Также при покупке абонемента вы можете спокойно и бесплатно посещать групповые занятия. Это как бокс, танцы, там, стрипластика и многое другое. Более подробно вы можете посмотреть на сайте «Зебры», ну или позвонив по телефону. Прекрасно. Мне кажется, я сейчас тоже начну танцевать. Мои ноги уже танцуют. Мы с вами попали в самую главную комнату, спортивную комнату. Она самая большая, и здесь, конечно же, больше всего людей. Потому что, в принципе, «Зебра» и создана в основном для тех людей, которые хотят просто позаниматься. Здесь мы с вами видим беговые дорожки. Ну, их нормально, достаточное количество. И, как видите, даже есть пару свободных, потому что вы сможете спокойно побегать. Самая прелесть в «Зебре» — то, что очень часто здесь проходят дни открытых дверей. А что это обозначает? Первое – это скидка на карту. Второе – можно прийти и абсолютно бесплатно попробовать и позаниматься. Посмотреть все, что вы сейчас увидите здесь на видео, в общем-то, своими реальными глазами, и еще можно это и пощупать. Что самое главное в спорте и что для вас самое главное должно быть в спортзале? Это настрой. Вот, и должен быть очень хороший стимул, чтобы ходить и заниматься. Что вам больше всего нравится именно вот в этой «Зебре»? Мне нравится коллектив, мне нравятся групповые занятия. Вот, ну и очень дружелюбные инструктора. Здесь у нас делают силовые упражнения. Здесь и большие дяди, и тети занимаются. Жмут, жим, грудь, бицепс, трицепс, ноги, руки и так далее. Ну и самое главное – это пресс. И, конечно же, наверное, очень важная вещь – это ринг, на котором можно потренироваться. Здесь есть профессиональные тренеры, которые смогут вас научить, как нужно драться, как нужно качаться, как нужно быть здоров. А все это «Зебра», друзья мои. Уважаемые дамы, ну, мужчины тоже, но я думаю, что больше дамы. Если вы боитесь зала, вот этот человек докажет вам, что не стоит бояться. Он вам поможет. Он сделает все для того, чтобы у вас были прекрасные формы, вы были в прекрасном тонусе и выглядели идеально. Что самое главное в фитнесе, в спорте, в зале? Мотивация, целеустремленность, знать свои цели. Самое главное – желание, я так думаю. Что самое крутое такое именно в этой «Зебре»? Самое крутое – это тренажерный зал, конечно, безусловно. Скорее приходите. Не так много времени осталось до начала лета, чтобы подтянуть свою фигуру, выйти на пляж, поразить своих парней, девушек, ну и вообще окружающих. В общем-то, кардио, друзья, приходите. Что для вас самое главное должно быть в зале, и что для вас самое важное в спорте? В зале про спорт, в спорте победа. А что же самое главное в фитнесе и в спорте? Желание. Я желаю выносливости и терпения. Друзья мои, приходите заниматься. Любой возраст, любой пол, вы должны быть здесь. Потому что скоро лето, и пора. Пора уже взяться за себя и прийти сюда. Почему ты выбрал именно «Зебру»? Ну, честно говоря, выбрал я «Зебру», потому что мне... Это было рядом с моим домом, на самом деле. Вот. Ну, в принципе, я так наслышан был чуть-чуть о том, как здесь, что. Пришел, посмотрел, пообщался, мне понравилось, собственно, и вот... Недолго, но вот вместе с небольшим уже хожу. Что тебе здесь больше всего нравится? Вообще мне, в принципе, нравится здесь, я тебе скажу, все, потому что для меня, в принципе, это впервые. Еще очень здорово, что здесь спектр услуг большой. То есть помимо тренажерного зала, тот же и бассейн, и, собственно, сам фитнес, и сауна, и хамам, то есть все что угодно. Что самое главное в спорте? Выносливость. Выносливость? Да, терпение. Так, а что самое главное в фитнесе? Инструкторы. Что вы пожелаете тем людям, которые нас сейчас смотрят? Я желаю не сидеть дома, а идти в тренажерку заниматься. Вас видно сдалека. Я думаю, что это все «Зебра». Да. Что самое главное в зале? Атмосфера, хорошая атмосфера, чтобы маленьких не обижали. По крайней мере, меня здесь никто не трогает, и меня это радует. Ну да, вы такой маленький, самый маленький, наверное, который здесь. Стараюсь держать себя в форме, конечно. Здесь есть дядьки побольше меня, но они очень дружелюбные.
Наверное, потому что они всю свою агрессию именно здесь оставляют. Они оставят агрессию здесь, потом добрые придут домой. А у них все будет хорошо в семье, они будут расти по службе, и у них будет все хорошо в жизни. И все это начинается в зебре. В этой зебре прикольно то, что она круглосуточная. То, что здесь есть бассейн. Здесь отличный персонал. Здесь много новичков, и они могут поучиться у таких профессионалов уже. И хорошо, что профессионалы, кстати, сюда пришли, потому что раньше, насколько я знаю, здесь был другой зал, и они сюда не ходили. Вот именно зебра создала именно ту нужную атмосферу, благодаря которой она привлекла уже таких продвинутых пользователей. Это очень хорошо, это отличный знак. Это сильно, это мощно, вот к этому нужно стремиться. И все это зебра, друзья мои. Приходите, становитесь больше, растите грудь, бицепс, качайтесь. Да. Ну что, друг мой, вот и подошел к концу наш день открытых дверей в Зебре. С вами был Никита Говард, Party Vision, бренд номер один по производству видео. Приходите сюда, заходите на сайт, смотрите телефон, звоните, берите абонементы всей семье, взрослым, детям и просто занимайтесь. Ведь скоро лето и нужно быть в форме. А я попал в зал йоги и пойду в другой мир.